События этих страшных лет до сих пор оцениваются по-разному. Едино одно – боевые действия, происходившие почти 10 лет на территории Афганистана, можно обозначить одним емким словом – война. Классный час с историями о нравственности, патриотизме, мужественности и любви вызвал неподдельный интерес у 11-классников. Нужно чтить память тех, кто на своих костях построил фундамент для нашей дальнейшей счастливой жизни. И в целом от мероприятия остаются только по-хорошему положительные эмоции. Когда ты слушаешь по телевизору, это совершенно одно. Но когда ты вот сам лично общаешься с ветераном, сам слышишь его интонацию, вот эти вот все эмоции, которые он тебе передает, это непередаваемое ощущение. Казалось бы, уже все позади. В далеком прошлом – бои, потери, обстрелы. Для главного героя мероприятия, воина-интернационалиста Николая Филипповича, тема Афгана – вечная боль. Однако сейчас перед его глазами радостные, счастливые, улыбающиеся лица школьников. Сейчас самое главное – продолжать чтить традиции, воспитывая молодежь в духе патриотизма. Без памяти нет истории, нет страны. Эта память должна поколениям идти. Мы в Афганистане были. А мои-то родители, мой дедушка, они-то на фронте были, Отечественной войны. Вот это поколение, которое растет, оно должно видеть, что их отцы выполняли задачу не просто так, а серьезно, они же уже грамотные люди, вот сейчас старшие классы 11, они же видят, где мы были и что мы там делали. И вот эта преемственность, вот она должна идти. Ее не на митингах, не на трибунах, ее в личной беседе. Вот, пришел к ребятам, поговорил с ними. Живая история перед глазами. Когда мы говорим о каких-то героических поступках, мы зачастую говорим о Великой Отечественной войне, но забываем о том, что вот они, реальные бойцы своего отечества, герои, они с нами, да, им совсем, на самом деле, немного лет, да, солдатам чуть больше 45, офицерам уже скоро 60, они с нами, мы иногда многого не знаем, да, кто вокруг нас об этой истории, и сегодня вот ребята, но откровенно были удивлены, да, что оказывается вот рядом с нами есть такие люди, которые такой имеют багаж истории, знаний. Это очень интересно. Бесспорно, узнав еще одну историю одного из героев-интернационалистов, своего земляка, совершавшего подвиг на афганской земле, в памяти юношей и девушек она останется жить еще долгое время.